Здравствуйте, дорогие друзья, жители города, гости города. Сегодня мы находимся в школе номер 22 города Кентау на последнем звонке. Все, как всегда, вам покажем, расскажем. Приятного просмотра. Я вот так толкнулся.
Олимпиадам коленом ей так вам был. Шагер крупнем жилом, жалобасы. Прошу всех встать. Звучит государственный гимн Республики Казахстан. Дорогие наши выпускники, вот и пролетели 11 лет. Для вас сегодня прозвучит последний школьный звонок. Все вы такие красивые. Дай Бог вам будет в жизни всегда вести. Огромного счастья вам, крепкого здоровья, удачи, чтобы никаких преград у вас не было. А если будут эти преграды, чтобы вы их разгонили и шли только в мир. Светлую дорогу я вам хочу пожелать. Анжол. Барлыктан жасыдыры. Мектепті ұмытпаңдар, әрқашанда сіздерді қарсаламыз. Құша жая қарсаламыз. Всегда мы вас встретим с улыбкой, с радостью. Не забывайте школу. Впереди у вас ждет итоговая аттестация, сдача единого национального тестирования, чтобы вы все прошли на отлично. А родителям я желаю крепкого здоровья, терпения, и чтобы ваши дети поступили в высшие учебные заведения, и вы только этим гордились и радовались. С праздником вас! Thank you.
Классный руководитель Жусупова, для наших методов.